Сегодня же Верховная Рада приняла закон, предоставляющий командирам право применять силу против дезертиров, вплоть до расстрела за попытку бегства с поля боя. Как сказано в пояснении к документу, жесткие меры связаны с тем, что в украинской армии стали массовыми случаи грубого нарушения дисциплины, такие как самовольное оставление частей и отказ от выполнения приказа. Впрочем, стрелять по дезертирам украинские военные начали еще до решения Рады, когда в январе ополченцы Донбасса перешли в наступление и стали отбрасывать противника от населенных пунктов, появилась информация, что силовики применяют так называемые заградительные отряды. Так, на минувшей неделе в районе Дебальцево подступающим украинским военнослужащим свои же открыли шквальный огонь из пулеметов. Об этом рассказали в штабе Народной милиции ЛНР. А накануне представитель сил самообороны Эдуард Басурин сообщил, что факт применения силовиками заградотрядов подтвердил сдавшийся ополченцам старший лейтенант батальона «Киевская Русь», рассказав, что основу этих отрядов составляет подразделение Национальной гвардии.